Ирин, было очень здорово. Взаимно. Я ощутила наслаждение от медитации, от музыки, от того, что мы делали вместе. Я считаю, что в сегодняшнем мире женские энергии должны объединяться, поддерживать друг друга, поддерживать женщин во всем мире, поддерживать их идеи, проекты. Я рада, что ты реализуешь свою мечту, свою идею, свою миссию. И я тоже вместе с тобой, как композитор, как музыкант, реализую свое предназначение. Помогает при этом. При этом помогая. Совместно. Миссии. Да. Да, я согласна. Очень круто, очень классно с тобой было работать. И я понимаю, что классно, когда женщины друг друга поддерживают. Это такая поддержка взаимная друг с другом. И получается, что... Коннект произошел. Коннект, да. И получается, что мы помогаем друг другу реализовывать свои идеи, свои мечты. Я как композитор, как музыкант, несущий свой природный вайб, несущий музыкотерапию, исцеляющую музыку, которая наполняет людей. И ты как человек, который придумал эту методику, уникальную, действительно очень уникальную, потому что... Я много, например, изучала английский, я сама тоже английский с 3 лет изучаю, и у меня уровень продвинутого, да, человека, который там жил, путешествовал за границей, и для меня эта медитация, вот, которую я записывала и слушала несколько раз, даже мне она интересна, для меня она очень классно работает. И я думаю, что вообще это продукт для всех. То есть не только... Слушай, это меня очень сильно удивило, когда ты закончила писать музыку вот на мой текст. И такая пошла говорить по-английски. Я думаю, ну что ты говоришь по-английски? Ладно, я и так знаю, что ты говоришь вроде, да? Ты такая... Меня включила, да? Что меня ты сказала? Что-то yes, и что-то... I can't speak Russian anymore. I can't stop speaking English. Yeah, I can't stop speaking English. Потому что у меня мысли пошли на английском. Понимаешь, у меня просто пошли мысли на английском. Слушай, ну здорово. И мне уже на русский их приходилось переводить, да? То есть у меня уже наоборот... Да, ты идешь такая, и опять ей, а я такая думаю, да ладно. Я захожу в кафе, я захожу сниматься на интервью, я разговариваю со всеми на английском. Как будто я уже все, я в языковой среде, я за границей, где-то за рубежом, я же путешествую, как обычно. Я уже вот там. Слушай, ну что можно сказать? Слушайте музыку, медитируйте и расширяйте свои границы, да. Начинаю говорить по-английски. Классная идея, кстати. Только сейчас пришла. Супер. Я рада. Реально, я счастлива. Да. Классно делать что-то классное. Что-то доброе, что-то то, что... Классно делать то, что полезно миру. Вот, это заряжает. Нести полезность, да. Нести полезность, нести ценность. Да. Средств достижения может быть много, а когда ты это делаешь с удовольствием, это вообще супер. Другие энергии. Все, мы обговорили все. Снято! И давай вот это твое, как это? Чувствую тебя. Приходите на вокальную йогу. А еще приходите на вокальную йогу. Да. А какая тебе больше всего мантра вообще моя нравится? У тебя есть вот какой-то вот прям мантра, которая тебя прям вообще цепляет? Слушай, я даже не могу сказать, они мне все нравятся. Дожди очень нравятся. Дожди мне вообще кажется. Вот это твоя, которая зимняя, припев очень прям. Которую мы снимали в клипе. Да. Вот начало, ну, как бы так, хорошо, ну, как бы, а вот это. Катарсис. Как там ты вот это? Эй, я. Ну это просто вот.
вот раскрытие души, это про то же. Когда нет границ, нет рамок, просто вот ты уходишься, ты настоящая, ты настоящая. И вот, кстати, в медитации, когда ты живешь и слушаешь английский, тебе не надо ни перед кем краснеть. Ты живешь в этом уже в медитации, на английском языке, настоящий. Вот, наверное, еще. Важно. Слушай, инсайд вот это... за инсайд. Да, да, вот это важно. Ну, мы так можем долго. Кстати, мы сейчас пойдем. Да, мы сейчас песни споем. Настоящий, по твоя правда. Об этом тоже вот моя музыка. А вы знаете, что у вас каждый дополнительный час еще будет 5 тысяч рублей? Опа! Спасибо, Оксана. Слушай, она нас полюбила, она нас пожалела. Молодец. Спасибо, дорогая. Да, давайте еще раз снимаем. Ну все, мы тогда закончили, я думаю. Да. Спасибо. Спасибо. Благодарю. Очень здорово, правда. Приятно с вами работать, вы классная. Ну, видно, конечно, уровень видно, да, такая экспертность. Да, сразу видно профессионалы, и комфортно. Я вообще буду контактом, если можно взять, потому что нам тоже нам нужно, можно поменяться. Очень классно, да.